Теремок ТВ. Привет, ребят, я Консули. Люблю с друзьями приключения. Эй, приятель, не усни. Консуни, Консуни. Кто там хнычет? Консуни всегда смеется. Кто скучает? Вместе мы прогоним скуку. Кто ленивый? Кто уткнулся в телевизор? Кто не в теме? Тот узнает очень скоро. Консуни, Консуни, Консуни. Кто такая Консуни? Ну все, еще одна и пошли в парк. Пап, ну пошли. И мы возвращаемся к... Да уж, я объелся. Привет, пап. Я помогаю тебе переваривать еду. Дома так скучно. Пошли гулять. Сейчас пойдем. Секунду, Консуни. Одну секундочку. Он бьет и... Только не это. Мяч. Ура! Ой! Мы победили! Это. Ты не ушиблась? Это невозможно. Папа, ты самый лучший папа на земле. Папа, меня послушай, подойди скорей ко мне. Хочешь книжку почитай или порисуем, но тебе милей бейсбол, бокс, хоккей, футбол. Снова смотришь спорт-ТВ и гулять не хочешь, мой любимый папа, говоришь мне не реви, а на улице дети тусуются, мячики велики, карусели полетели, просит дочь твоя. В парке прогуляемся ты и я. Папа, почему ты любишь бейсбол больше меня? Это не так. Я люблю тебя. Ты для меня все, Консуни. Но тогда почему ты со мной не играешь? Сейчас начну. Что будет первым? А велосипед? Мамочки! Да, вот так. Все время крути педали. Стой! Ничего не выходит! Я боюсь! Если ты меня отпустишь, я сразу упаду! Крути педали! Ты же у меня такая сильная! Папа, я тебя там не раздавила? Нет, детка, не совсем. А ты как, не ушиблась? Нет, только как-то шатает. Надо же, упали. Ладно, попробуем еще раз. Секунду. Алло? О, а поподробней? Да, конечно, завтра. Папа, опять? Работа? Я тут с дочкой. Я перезвоню через 5 минут. Консуни, папе надо позвонить. А ты тренируйся. Я все время буду на тебя смотреть. Я буду здесь. Папа, я не могу. Верь в себя. Я знаю, ты справишься. И я буду рядом. Да. Ладно. Ну ты что? Кто у нас самая смелая? Ты обязательно научишься сама ездить. Победительница драконов. Ты сильная. Покажи велику, кто тут главный. А я вернусь через 2 минуты, обещаю. Ладно, Консуни, ты можешь все, что только захочешь, смелее. Летающий велосипед. Давай приступим. Папа говорит по телефону, так? Ну, почему бы не потренироваться?
Вряд ли это такая уж трудная задача. Разве ты не помнишь, как мы с него упали? Мне страшно. Что, если я снова свалюсь? Может быть, я буду кататься на трехколесном до конца жизни? Что ж, скажи, что тебе нужно, и я постараюсь сделать все, чтобы помочь. Мне нужен папа. Я хочу, чтобы он пришел и помог мне, но он всегда слишком занят. Помогает больным собачкам. Дай подумать, наверняка я чем-то могу помочь. О, Консуни, слушай, кажется, у меня есть идея. Правда? Но точно получится? Не сомневайся, перед тобой все-таки большая розовая птица. Знаю, знаю, не то чтобы я не верила тебе. Супер, да. Тогда отойди в сторону и предоставь мне творить волшебство. Ух ты! Та-да! Летайте, авиалинии мисс Сейо! Мы готовы к взлету! Ура! Отлично! Ну что ж, пилот, пожалуйста, займите свое место в кабине. Есть! Контакт! Ух ты! С волшебством можно попасть куда захочешь! Для тебя что угодно! С чего же нам начать приключение? Мир велик и прекрасен, Консуни! Тогда скорей посмотрим все! Так точно, капитан! Держись! Может начаться тряска! Да! Ю-ху! Кручу педали, нас тут не ждали. И мне немного не по себе. Но по краям воздушных ям лети, лети, небосипед. Ты лети, небосипед. Эй, Консуни! Эй, Сейо! Мы летаем выше всех, только смелых ждет успех. Тра-та-та, тра-та-та, просто красота. Зовет простор нас, зачем нам тормоз? Эй, папа, мам, пока-пока, прощай, земля. Консуни? О, папа, иди сюда! О, прости меня. Ты так терпеливо ждала. Надеюсь, ты не слишком злишься на меня за звонок. Нет, мне не за что злиться. Я облетела вокруг света, это было здорово. Ой-ой. Чш, не рассказывай. А то все захотят полетать. Ясно. Это прекрасно. Ты молодец, солнышко. Такой далекий путь. Ты, наверное, устала. Хочешь пойти домой? Я не против. Вот умница. Прости еще раз. Я все время поглядывал на тебя, и ты совсем не боялась. Я так тобой горжусь. Ты старалась и справилась самостоятельно. Молодец. Да, конечно. Я же хороший пилот. Ну, разумеется. В следующей серии. Папа, я могу быть супергероиней, не умея кататься на велике? Давай мы с тобой попробуем еще раз. Давай, для меня ты всегда супергероиня. Используй свои силы. Спокойно, я всегда рядом. Ладно, пап. Ой, пап! Держу! Я упала. Не получается. Вот вам и суперсилы. Что? Упасть может каждый. Главное, это снова подняться. Ну что, готовы попробовать снова? Гип-гип, ура, команде Консуни! Да! Ура! Думаю, что я справлюсь.